Это штаб-квартира рыцарей магов, королевство Клевер. Вор вторгся в столицу. Все свободные рыцари-чародеи поблизости, немедленно явитесь на дежурство. Я повторяю, это штаб-квартира рыцарей-чародеев, королевство Клевер. Вор уже в столице. Все свободные рыцари-чародеи поблизости, немедленно явитесь на дежурство. Я? Что? Почему они сражаются друг с другом? Карна? О, ты тот мальчик из... Прими мою благодарность, мальчик. Благодаря тебе я могу отомстить. Отомстить? О чем ты говоришь? Отомстить тем, кто убил меня в тот день. Не стой у меня на пути. Ну же, все вы, маги, мы ваши союзники. Их контролируют, они нас не послушают. Мне жаль этих парней, мне придется их вырубить. В любом случае, это лучше, чем умереть. Уже почти пора. Скоро Красная Луна, которая бывает раз в столетие, разрушит королевство и успокоит мой беспокойный разум. Черт возьми, она сбежала. Карна. Ты узнал ее, Ями? Ты сразу же назвал ее Карной. Да, это Карна, но я не знаю, она оказалась совершенно другой. Она та, о ком ты упоминал, когда мы впервые встретились, верно? Да, как раз перед тем, как мы встретились, я шел за ней в подземелье. Но разве это не странно? Капитану 28, так что когда он был с Карной, это было около 14 лет назад. Ями, сколько тогда было Карне? Ей было 18. И выглядит ли Карна, которую мы только что видели, на 14 лет старше? Нет, она точно такая же, какой я ее помню.
Ты думаешь, она стала моложе совсем как Ями? Интересно, не слишком ли это большое совпадение? Спасибо, что отбились от воров. Молодцы. Как король магов? Всегда пожалуйста. Кто этот старик? Хм, ты... Ями? Подожди, Ями? На самом деле, правда в том, что... Значит, он помолодел в подземелье. Хм. Глядя на тебя, пробуждаются воспоминания. Боже, это ностальгия. Ты тоже знаешь меня, старик? Хех, можно и так сказать? Или скорее мы вот-вот познакомимся, возможно? О, да, пока я не забыл. У меня была причина позвать вас. С тех пор, как мы впустили вора в столицу, я решил использовать рыцаря для укрепления нашей обороны. Но, конечно, мы не должны позволять вору уйти. Я оставляю преследование вора вам. Ты, кажется, привязан к этой карне, Ями. Интересно, не согласишь ли ты нам помочь? Конечно! Ха-ха, замечательно. Если вы что-нибудь узнаете, пришлите отчет. Да, сэр? Да.